Отныне Феррит и Назлы вынуждены работать вместе. Несхожесть характеров и упрямство еще больше усложняет их сотрудничество. Денизу не понравилось вмешательство Феррита в это дело. Он начинает искать пути, как бороться с Ферритом без ведома Назлы. Феррит и Назлы сближаются, а Димет отдаляется от Хакона. Хакану не нравится отношение жены, поэтому он начинает показывать темную сторону своей натуры.